Следующая роза, которую я хочу вам показать, это Флорибунда Космос. Она у нас растет в поле, томаточный куст. В поле у нас полива немного, поэтому роза практически без ухода. Но вы на нее только посмотрите. Это невероятное зрелище. Это круглый куст вот 150 сантиметров и шириной 80, который весь покрыт цветами. Цветки для полевой розы крупные, 8 сантиметров точно есть. Немножечко слоновая кость в центре. На видео она кажется более яркая, в жизни цвет более нежный. При раскрытии они чисто белые. Я думаю, что в саду она не будет показывать серединку, но в поле она у нас вот так вот ее показывает. Но вы знаете, напоминает просто какой-то классный мак. Я лично себе посадил эту розу в прошлом сезоне. Мне она очень понравилась в поле. Я решил, что такая роза в саду обязательно должна быть. Белых роз у меня немного. У меня есть сорт Алабастер. Lion's Rose, такой немножко молочно-белый. Много вариаций бело-розовых роз. Но вот в таком цвете роза нужна. Нужна обязательно. Мне она нравится на всех стадиях раскрытия цветка. Цветет она так очень долго и, можно сказать, практически без перерыва весь сезон. Розы, которые так цветут, всегда достойны нашего внимания. Поэтому вот смотрите, идеальная роза для переднего плана. Минимальная обрезка, ну, в смысле короткая обрезка. И роза у вас будет вот таким шариком просто поражать как вас, так и всех ваших гостей в саду. Поэтому рекомендуем эту розу для вашего сада.